Evolution. Как Боярский без шляпы, как виски без льда, как Одесса без Черного моря и без первого танцевального, так и сегодня мы не смогли обойтись без голых и смешных. Все постсоветское телевидение гремит от этой передачи. И именно сегодня здесь, на сцене первого танцевального, бессменный идеолог и ведущий этой чудо-передачи Сергей Олих покажет нам вживую, как это делается. Отправимся туда и увидим на самом деле, что же творится в кулуарах этой чудо-передачи. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, когда я был маленький, я никогда не думал, что меня вызовут на такую большую сцену. Palladium Time. Palladium Evolution. Скажите, как вы относитесь к такому празднику, как 1 апреля? Ну, как сказать, как отношусь? Я к нему не отношусь, я в нем участвую. Много денег, в первом танцевальном есть вот эта чудо-машина. Она раздает деньги. Правда, не всем подряд, но если у вас есть ключ, который можно вставить сюда, то, я думаю, у вас в жизни все получилось. Специально для Palladium Time. Palladium Time. Palladium Evolution. Скажите мне, как вы относитесь к перемене погоды? Вы имеете в виду погоды какой? То, что на улице происходит. Вы заметили, что... Я думал, что то, что у нас в клубе происходит. Василий Иванович, вы же знаете, у нас в клубе с каждым днем все лучше и лучше. Как может быть по-другому? Я вам скажу, что 1 апреля в Одессе всегда очень хорошая погода, потому что происходит самое знаменательное событие. Я бы сказал, во всем мире такого события нету. Даже карнавал, который происходит в Рио-де-Жанейро, он проигрывает одесскому карнавалу, который 1 апреля проходит на Дерибасской и в клубе «Палладиум». У нас будет грандиозная вечеринка, балет Palladium System The Best. То есть все, что было наработано за этот огромный период времени, все будет показано на сцене. То есть это будет некая ночь премьер и того лучшего танцевального действа, которое было создано, пошито, отглажено и отрепетировано на сцене первого танцевального клуба «Палладиум». Все должны в мире знать два слова. Нет, три. Юморина, Одесса, Палладиум. Да. Ура! Hit, hit, hit.
Пусть в вашей жизни будет побольше смеха. Пусть вы никогда не обменяете нас на какой-либо другой клуб. Потому что вы уже знаете, мы самые лучшие, мы самые первые. И с этим ни в коем случае не поспоришь. С вами была Катя Рудельман, специально для Palladium Time. Palladium Time. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Работаем. Слышно? Нормально? Как Боярский без шляпы, как... Вот я забыла теперь, что я говорила из-за тебя. Это наша сессурити. Сессурити, которая делает нашу жизнь спокойнее. Ну а сейчас записываем закрывашку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да-да-да. Ля-ля-ля-ля. Ну не то чтобы шоу, просто отдыхаем. Дима, мы всегда имеем что показать людям. Как вы дошли до такого совершенно несравнимого ни с чем шоу, как «Голые и смешные»? Откуда у вас появилась эта идея? Неужто с Запада, а? Нет, совершенно нет. Я случайно увидел фотографию. Мама с папой меня фотографировали на пляже. Я сидел маленький, вот так. Вот камера ниже, 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 ниже. Я сидел вот так на пляже, маленький и голенький. А вот так доставала до камушков на берегу. Я когда увидел, говорю: «Мама, ну это ж я». Она говорит: «Мне не нравится передача, которую ты снимаешь». Я говорю: «Мама, ну это я». Вот так. Дима, мы имеем очень много что показать людям. Но надо объяснить людям. Что-то надо им объяснить. А что я должен рассказать? Задай мне какой-то вопрос. 14 марта. Нет, 14 апреля. Вы такой красивый сегодня, прям завидуйте, дорогие друзья, завидуйте. И, да, завидуйте ему, потому что, вы понимаете, боже, надо будет маме рассказать. Сейчас, подожди, мама, все нормально. Ох, я дала, да, вообще нормально. Palladium Evolution.